Друзья, сегодня приготовим два простых салата из доступных продуктов. Приятного просмотра! Крабовые палочки 200 грамм. Два куриных яйца, отваренных вкрутую. 100 грамм жареных шампиньонов с луком. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу. И все перемешиваем. Двести грамм отварной куриной печени. Три небольших маринованных огурца. Одна средняя вареная морковь. 300 грамм жареных шампиньонов с луком. 100 грамм консервированного зеленого горошка. Заправляем майонезом. Салат готов. Приятного аппетита! Если понравился рецепт, подписывайтесь на канал.